Говорят, что, удирая с поля боя, лживый крыса было белее мела. Клич мятежный слыша за собою, с высоты дождем летели стрелы. И под этим смертоносным градом людям его жизнь казалась адом. Скоро, умоляя о прощении, крыса будет ползать на коленях. Тем временем барды делали все возможное, чтобы подорвать авторитет крысы. А поскольку в проницательности лорда Вулсака стали сомневаться, сэр Лонгарм взял командование на себя. Вскоре вы узнаете, что ваш сосед, энергичный лорд Мэнкин, также выступил против врага. Лепиус, нужно заняться этим Мэнкиным. Если взбунтуется хоть один из лордов, к нему присоединятся и остальные. Ну, сперва я должен вернуть свои собственные графства, и у меня не хватает людей. Я ожидал подкрепления. Довольно. Или вы захватите графство Мэнкина, или я вас вздерну. В награду за службу я назначаю вас командующим всеми нашими войсками. Вы это заслужили. Первое ваше задание — оказать помощь лорду Мэнкину и заставить противника снять осаду с его владений. Владение лорда Мэнкина в осаде, и для нас жизненно важно удержать его графство. Высадитесь там с отрядом копейщиков, возглавьте его гарнизон и одержите победу. Если мы преуспеем здесь, поднимутся и другие графства. Нас атакуют! Все на стены! Можете рассчитывать на нас. Мы идем. Куда пойдем? Мы уже идем. Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Уже идем. Противник пробил брешь в стене. Мой лук вашим услугам. Всегда готов. Враг уже внутри замка. Мы идем. Мы уже в пути. Мы идем. Вот. Что нам делать? А? Oh!
Враги не выдержали нашего натиска! Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Какие будут указания? Куда пойдем? Всегда готовы. Выступаем. Ждем ваших приказов. Есть ваша светлость. Да? Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Милорд? Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Да? Лучники готовы. Мы уже в пути. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Не хватает дерева, милорд. Доброе утро, ваша светлость. Мой лук к вашим услугам. Провизии осталось мало, повелитель. Милорд, уже идем. Мы идем. Доброе утро, ваша светлость.
Провизии осталось мало, повелитель. Провизии почти не осталось, милорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Нет налогов — это хорошо. Но, может, вы добавите что-нибудь? Очень мило с вашей стороны не брать с нас налогов. Какие будут указания? Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Уже идем. Да? Мы идем. Опять ты? Как тебе удалось проникнуть сюда без моего ведома? Все равно я прикажу своим людям уничтожить тебя. Нет свободных людей для этой работы. Нас атакуют войска крысы. Это нельзя здесь разместить, милорд. Не хватает рекрутов, сэр. Лучники готовы. Мы уже в пути.
Уже идем! Мой лук вашим услугам. Мы идем. Готовься. Приготовить стрелы. Целься! Милорд, мы уже в пути. Мы уже идем. Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Ваши указания. Да? Уже идем. Противник пал. Что нам делать? Это не так просто. Нужно дерево. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Запасы провизии пополняются. Казна пустеет, ваша светлость. Народ весьма почитает вас, милорд. Ваша популярность растет. Ждем ваших приказов, милорд. Уже идем. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость.
Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Мы идем. Послание от крысы. Вот теперь тебе стоит побеспокоиться. Моя армия скоро настигнет тебя. Нас атакуют войска крысы! Ждем ваших приказов! Ждем ваших приказов! Мы уже в пути! Да? Уже идем! Мы идем! Мы уже в пути! Лучники готовы! Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Милорд, мы идем. Целься точнее. Какие будут указания? Ждем ваших приказов! Ждем ваших приказов! Мы уже в пути! Да? Готовься! Приготовить стрелы! Целься! Амбар полон, милорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Thank you.
Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Целься точнее. Готовься. Милорд, мы идем. Приготовить стрелы. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Да? Он крепко держался. Запасы провизии пополняются, сэр. Люди в послании от крысы. Только не это! Я не могу поверить! Идиоты! Меня окружают идиоты! Как могло у тебя получиться разбить мои войска? Доброе утро, ваша светлость. Мы победили, сэр! Должен сказать, что я просто потрясен вашими военными успехами. Мне уже приходила в голову мысль заняться этим жалким крысенком. И я думаю, мы придем к взаимовыгодному соглашению. Срочная депеша от сэра Лонгарма. Должен вас поздравить с успехом, коим вы завершили последнее задание. Но нам предстоят еще более трудные испытания. Немедленно отправляйтесь к границам наших владений с проверенной группой ваших лучших людей. Все остальное узнаете по прибытии. Почти загнав лошадей, вы, наконец, встречаете посланца сэра Лонгарма и получаете от него новые инструкции. Разведчики докладывают, что крыса вынуждена атаковать под угрозой смерти. Вы должны помешать ему или заставить отступить. У нас нет времени собирать армию, но герцог Берегар по прозвищу Змея обещал прислать подкрепление в обмен на партию Эля. Когда крыса потерпел поражение, Берегар позволил нам занять соседнее с нами владение крысы. Займитесь выращиванием хмеля и варите Эль, но будьте начеку. Когда наши люди узнают о подробностях сделки, поддерживать дисциплину будет трудно. Можете использовать любые средства. Нам необходимо одержать победу над армией крысы.